Семья Касьяновых – это два поколения образцовой службы на страже курганского правопорядка. Отец Геннадий всю жизнь проработал в советской милиции, и четверо из шести сыновей пошли по его стопам. Сегодня Игорь, Вячеслав и Роман гордо носят полицейскую форму, а старший брат Сергей не так давно вышел на пенсию по выслуге лет. В детстве были совсем другие мечты. В итоге, когда стали подрастать, стали адекватно относиться к своим не мечтам, а желаниям. В обязанности Вячеслава и Игоря входит патрулирование улиц, участие в спецоперациях и, разумеется, задержание нарушителей порядка. А вот младший брат Роман выбрал немного иное занятие. Часто ездит в командировки, как правило, в горячие точки. Я был в Северном Кавказе, получается, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария. Также и ездил на Олимпиаду в Сочи. Покуда мужчины, как и положено, защищают правопорядок и добывают пищу, домашним бытом верховодят их жены. Оксана Касьянова, жена Вячеслава, работой мужа гордится. Однако признается, из-за службы мужчина редко бывает дома. Но все-таки хотелось бы, чтобы было побольше свободного времени, чтобы уделял больше времени семье. Но приходится отдавать долг родине. Когда выходные дни братьев совпадают, что случается редко, они выбираются на рыбалку или выезжают с детьми на пляж. Компания получается шумная, но веселая. В рабочие же будни все собираются на маленькой кухне для семейного чаепития. Махабат Секенова, Евгения Волкова, Андрей Глазырин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».